Главная новость к этому часу. В Брюсселе открылся саммит Восточного партнерства. Меня зовут Егор Максимов. Здравствуйте. В европейском проекте участвуют 6 постсоветских стран. Это Украина, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Азербайджан и Армения. Саммиты партнерства проходят раз в 2 года. Организовывают их европейские власти. Киев, Кишинев и Тбилиси, как известно, уже подписали соглашение об ассоциации с ЕС. Теперь, как ожидается, им предложат новую, приоритетную форму партнерства. Москва, в свою очередь, не раз заявляла, что весь проект направлен против России. Хотя участие в саммите не предполагает даже переговоров о вступлении в Евросоюз. Сейчас в Брюсселе находится наш специальный корреспондент Кристина Суворина. Она на прямой связи со студией. Кристина, добрый день. Итоговую декларацию саммита начали обсуждать уже вчера, и многие ожидают, что Киев попробует включить в нее пункт о дальнейших перспективах евроинтеграции для Украины, для Грузии и для Молдовы. Что об этом известно на данный момент? Да, Егор, до сих пор в проекте, это именно проект пока что итоговой декларации, ни слова о том, что Украина, Молдова или Грузия имеют хоть какой-то шанс в будущем стать полноценными членами Евросоюза. Речь идет только о общем векторе, европейском векторе развития для этих стран и о том, что Евросоюз сам это всячески приветствует и готов помогать на этом пути. Кроме того, Украину не устраивает то, что ни слова о том, что Россия является страной-агрессором, это не прописано в проекте документа. И только что мы поговорили с министром иностранных дел Украины Павлом Климкиным, его видение саммита Восточного партнерства. Концепция Восточного партнерства практичная и прагматичная. Во-первых, восточные партнеры должны идти вперед в смысле демократии и прав человека, а также того, что касается получения доступа к общему рынку. Это и про связи, и про энергетику, и про транспорт. Поэтому для меня Восточное партнерство – это корзина с необходимыми для нашего будущего инструментами. Ну и нужно понимать, что пока это только проект заключительной декларации саммита Восточного партнерства, то есть на полях саммита в Брюсселе сегодня еще будут над ним работать. Сейчас, в эти минуты, во дворец Европа, Европа Билдинг, съезжаются участники саммита. Уже приехали глава Евросовета Дональд Туск, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Литвы Даля Грибаускайте. И мы будем продолжать следить за ходом саммита.